негр в трамвае. Сзади к нему обращаются и говорят: «Эй, черножопый, за проезд передай!» Он: «А что значит черножопый?» А ему говорят: «Ну, это значит уважаемый!» Удовлетворенно ответом негр берет денежку и передает впереди стоящему грузину. И говорят: «Черножопый, за проезд передай!» Грузин так оборачивается, смотрит, а перед ним негр стоит. Он аж дар речи потерял и говорит ему: «Да моя жопа по сравнению с твоей, Снегурочка!» Разговаривают два друга, и один другому говорит: «Что ты такой весь не в себе? Да жена в магазин ушла, а на улице дождик! Да не переживай, в магазине каком-нибудь укроется! Вот этого я и боюсь!» Парень провожает девушку домой и говорит: «Какой сегодня был прекрасный вечер! Может быть, ко мне? На кофе?» Девушка так смущена: «Ой, ну как ты кофе? На ночь?» Он: «Ну, пожалуйста, у меня уже полгода кофе не было!» Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, задавайте свои вопросы в комментариях, и я с радостью на них отвечу. Всем пока-пока! Oh.